песни, сочинять музыку, писать стихи и исполнять песни. Я не знаю, можно ли назвать угадывание мелодий профессией, но то, что наши участники – это профессионалы во всех смыслах слова, это точно. Мы начинаем сегодня с нами здесь. Эстрадный оркестр под управлением Александра Емельяненко. И, конечно же, главные действующие лица нашей программы, ее герои, они появляются в студии. Добро пожаловать! Мы ждали вашего появления, занимайте ваши игровые места. Они вас ждали уже давно. Здравствуйте, уважаемые игроки. Мне очень приятно приветствовать вас в нашей студии. А хотите, я вас познакомлю с многомиллионной телеаудиторией? Хотите, по глазам вижу. Участник под номером один Алексей Усенко. Предприниматель. Для него идеал женской красоты – это леди Либерти, наверное. Поэтому он мечтает совершить поездку в Нью-Йорк к монументальному образцу своей мечты. Алексей Усенко. Участница под номером два Александра Молчанова. Менеджер по продажам, предпочитает не останавливаться на достигнутом после рафтинга в Турции по реке Даламан. Она хотела бы слетать на Луну. Александра Молчанова! И третий участник нашего шоу Валерий Хлебников! Менеджер строительной компании, надеется построить империю типа Microsoft и назваться вторым Биллом Гейтсом. Валерий Хлебников! Для того, чтобы стать вторым Биллом Гейтсом, помимо, естественно, предпринимательской жилки, нужны деньги. Мы предлагаем вам их заработать. Алексей, вы участник под номером один. Выбирайте. Музыка из окон. Если вдруг оказался, вдруг отдел кадров, музыка на ТВ. Что будете брать? Давайте выберем музыку из окон. Нота. Нота номер один. Нота номер один. 1000 рублей. Хорошие деньги. Слушаем. Валерий. Кукла Маша, кукла Даша. Там... Абсолютно верно. Группа Иванушки Интернешнл. Угадано. Я забыл, кстати, объяснить смысл категории. Это настолько популярная музыка, что, проходя по улице летом, когда открыты окна, вы обязательно эту музыку услышите. Выбирайте, Валерий. Продолжим. Музыка из окон, нота. Два. Пожалуйста. Да, Валерий. Всех из памяти сотру, друзей, лишь бы ты была моей. Моей. Влад Сташевский. Да, угадано. Алексей Александра, у вас серьезный соперник. Не знаю, обрадует вас это или огорчит. Меня бы обрадовал. С серьезным соперником всегда интересно соревноваться. Выбирайте дальше. Продолжим. Музыка из окон. Музыка из окон. Три. Третья. Все по порядку. Да. Разбираемся с категорией. Слушаем. Александра, все было хорошо, но вы чуточку опоздали. Да, Валерий? Я буду войду. А я буду войду. Алла Пугачева угадана. Александр, у вас так называемая женская тактика нажимания на кнопки. Вы сначала... Нет, вы как бы сначала взмахиваете красиво, полет на ладони, потом нажимаете на кнопку. Не надо вот этого взмаха, бац, а вот потом будете расцветать. Валерий, прошу. Продолжим, последнее. Четвертая мелодия в этой категории. Да. Слушаем. Да, Валерий? Колечко на память колечко. Ну, знаете что? Уважаемые соперники Валерия, у меня хорошая новость. Категория, в которой ему не было равных, отгремела, отзвучала. Но мы понимаем, что он Билл Гейтс, ему нужны деньги, но это не значит, что ему нужно отдавать все. Выбирайте дальше. Музыка на ТВ. Музыка на ТВ, заставки к различным телевизионным программам. Нота? Четыре. Четвертая. Теперь вы идете в обратную сторону. Слушаем. Александра, ну не надо медлить, я же помогу, я же подскажу. Да, Валерий? О, а вот вам я не подскажу, вы сильный игрок. Раз, два, три. Да. Валерия из студии, говорит Леонид Аркадьевич Якубович, «Поле чудес», так называется мелодия. Две мелодии вы вне игры. Александр. Прошу, вы еще ни разу не выбирали. Категория музыка на ТВ, вторая музыка нота. Музыка на ТВ, нота номер? Два. Слушаем. Да, Алексей. Передачу не помню, а слова такие. Песня остается с человеком. Песня не прощается с тобой. Засчитывай, как верный. Дорогие друзья, что я хочу сделать? Во-первых, я хочу, чтобы над Валерием зажегся свет, потому что на этом время первого тура нашей программы заканчивается. Впереди второй, там мы будем зарабатывать гораздо большие деньги. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники.
У нас есть сильный игрок, явный лидер. Ну что же, я уверен, его соперники постараются составить ему конкуренцию. И как завершится второй тур, еще пока не ясно. Наступает время второго тура нашего шоу. Ну, встречайте. Ну, конечно же, встречайте аплодисментами наших участников. Добро пожаловать, Алексей, Александр, Валерий, занимайте ваши игровые места. Время продолжать игру. Итак, Александр. Ну, конечно же, все зрители догадались, что основные симпатии лежат в этой плоскости между мной и вами. Я хочу вам сказать, соберитесь, поверьте в себя, улыбнитесь. Зрители тут же наградят вас аплодисментами. И мы начинаем второй тур нашего шоу. Валерий, вы лидер по итогам первого тура, вам выбирать. Я слушаю радио, когда поют солдаты, романсы, имена. Прошу. Первая категория. Первая категория, я слушаю радио. Эти песни звучат сейчас на всех радиостанциях, которые крутят отечественную музыку. 1500 стартовая. Александра, я здесь, вспомните, я помогу. Слушаем. Да, Валерий. Ты для меня одна желанная и так далее. Солнышко мое долгожданное. Конечно, угадано. Сейчас вдвоем. Александр, если вы случайно нажмете кнопку, у меня есть большая уверенность, особенно я знаю, кстати, что выберет Валерий, какая мелодия будет следующей. У меня есть очень большая уверенность, что я смогу вам подсказать. Валерий, вы выбираете, я слушаю радио. Продолжим. Сложим. Да, Саша плюс Маша. Равняется Эл, да. Валера плюс Саша, кстати, может быть, тоже вот в нашей ситуации равняется Эл, но пока не складывается у вас в любви Александра с музыкой. А у Валерия все складывается, да! Если вы сейчас, Валерий, угадаете мелодию в этой категории, вы совершите так называемый условный хет-трик нашей игры. То есть дважды вы угадаете полностью все мелодии в одной категории. Будете брать? Конечно. Что нам мешает? Слушаем музыку. Подожди, не забудь, расскажи мне что-нибудь. Позвони, Буланова. Татьяна Буланова, есть такие слова. Алексей, ну у вас пока ситуация называется стабильное второе место. Я пока прислушаюсь. Если Александр угадает хотя бы одну мелодию, она вас опередит. Вам тоже надо заботиться о своем благосостоянии и о том, чтобы твердо стоять на ногах. Валерий. Имена? Имена. Любые имена в этой категории слушаем. Да. Чарли, Чарли. Вы что-нибудь своим соперникам оставите. Угадано! Выбирайте. Продолжим. Категория имена. Александр, Алексей, жмите на кнопку. Мой... Хотя нет, сейчас подождите. Слушаем музыку. Да, Алексей. Маргарита. Ты же помнишь, как все это было угадано? Выбирайте. Так, давайте, когда поют солдаты? Когда поют солдаты? Быть может, этих мелодий Валерий не знает. Хотя у меня есть первое четкое ощущение. А здесь мелодия одна с другой. Подождите, я скажу мысль. У меня есть четкое ощущение, что он знает все. Слушаем. Да, Алексей. Мне кажется, что у деревни Крюкова погибает зло. У деревни Крюкова погибает зло. Совершенно верно. Да. Дорогие друзья, уважаемые участники, на этом время второго тура нашей программы. Александр, вы разбили мне сердце. Я так надеялся, я ждал, когда вы выйдете в финал, и мы останемся вдвоем. Ну, с нами будет еще несколько десятков миллионов телезрителей, но эта мысль грела мое сердце. Вы разбили эту мечту. Хорошая новость, вы ничего не теряете. Вы не проиграли никаких денег. Мы благодарим вас за участие, благодарим вас за улыбку, за то, что вы сегодня были с нами и играли в наше шоу. Аплодисменты зрителей. Александр, всего доброго. Алексей, Валерий, до встречи в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники. Ну, что я могу сказать? А я не скрывал своих симпатий. Да, грустный, грустный третий тур. Но, тем не менее, интересный. Поживем, услышим.
Хлебников выйдет в финал. Его ждет очень приятный сюрприз, но об этом позже. А сейчас начало третьего тура. Алексей, Валерий, прошу вас занимать ваши игровые места. Третий тур. Примите мои поздравления с выходом в полуфинал. Так мы называем третий тур нашего шоу. Валерий, прекрасные показатели. Алексей, неплохие показатели. Но хочу напомнить, что количество денег, выигранное в первом-втором туре, здесь не играет практически никакой роли. За исключением одной. Тот, у кого больше денег, начинает торги. Песня о трагической птичьей любви. Валерий, прошу вас. Алексей, я угадаю эту мелодию с 7 нот. Валерий, а я угадаю эту мелодию с 3 нот. 3 ноты. Угадай. Самая высокая цена. Песня о трагической птичьей любви. 3 ноты. Слушаем. Я хочу, чтобы жили лебеди. Ты прости меня, любимая, за чужое зло угадано. Лебеди, наверное, старинной. Прекрасно. Внимание, подсказка номер 2. Песня о стойкости военных музыкантов. Валерий, я угадаю эту мелодию с 6 нот. Алексей, я угадаю эту мелодию с 5 нот. А я угадаю с 4. Угадывай. Угадывай. Песня о стойкости военных музыкантов. 4 ноты. Слушаем. По-моему, оркестр фронтовой, оркестр полковой. И в снег, и в зной оркестр наш полковой, да! Сложная мелодия. Вы ее угадали. 2-0. Валерий, соберитесь. Да? Конечно. Соберитесь. Я говорил уже об этом телезрителям, что если вы выйдете в финал, вас в финале ожидает очень приятный сюрприз. Именно вас. Да. Алексей просто выйдет в финал, а вы выйдете в финал с сюрпризом. Что же это такое? А вы выиграете. Хорошо. Потом узнаете. Подсказка номер 3. Песня об осеннем пожаре в небе. Прошу вас, Алексей, начинайте. Валерий, я угадаю эту мелодию с 7 нот. Алексей, я угадаю эту мелодию с 6 нот. А я угадаю с 5. Угадывай. Угадываем. Песня об осеннем пожаре в небе. 5 нот. Слушаем. Нет варианта. Нет варианта. Навскидку, а вдруг попадете? 1, 2, 3. Осень в небе жгут корабли. Группа ДДТ. 2-1. Подсказка номер 4. Песня, призывающая не забывать о фронтовиках. Прошу вас, Валерий, начинайте. Алексей, я угадаю эту мелодию с 7 нот. Валерий, я отгадаю с 6 нот. А я отгадаю с 5 нот. А я с 4. Угадывай. Угадывай. Песня, призывающая не забывать о фронтовиках. 4 ноты. Слушаем. Армейская тематика вам близка? Я могу предположить, фронтовики один те ордена. К сожалению, нет, вы ошиблись. Поклонимся великим тем годам. Так называлась эта мелодия. Сейчас становится 2-2. Хочу сказать, что подсказка, которая сейчас прозвучит, тут же резко сузит круг возможных мелодий. Песня об одной из республик бывшего Союза. Помните, сколько было республик? Конечно. 15. Да? У вас 15 вариантов песен. Валерий, прошу, начинайте. Алексей, я отгадаю эту мелодию с 6 нот. Валерий, я отгадаю эту мелодию с 5 нот. Я отгадаю эту мелодию с 4 нот. Отгадывай. Угадывай. Песня об одной из республик бывшего Союза. 4 ноты. Слушаем. Вам отвечать, Валерий. Да, конечно. Сейчас. Я Алексею тогда предлагал навскидку, если нет вариантов. Республик 15. Можете попробовать. Белоруссия, по-моему. Он выигрывает третий тур, да! Молодость моя, Белоруссия! Белоруссия, так называется эта мелодия. Счет 3-2 в пользу Валерия. Алексей, это была интересная игра, интересный третий тур до самого последнего момента. Никто не знал, кто станет победителем. Валерий интуитивно догадался, хотя не знал этой мелодии, что это Белоруссия. Он становится победителем. Вам аплодируют зрители, благодарят за участие в нашем шоу. Спасибо огромное, всего доброго, Валерий. Увидимся в суперигре, там вас ждет сюрприз. Валерий Хлебников.
появится в нашей Супергре через несколько мгновений. Сюрприз я вам приготовил, вернее, приготовил ему, а вы за ним будете наблюдать. Я думаю, ставки на то, что Валерий выиграет Суперигру, 1:50, вернее, 50 за, 1 против, прошу вас, занимайте игровое место. У нас сегодня очень сильный финалист Валерий Хлебников. Валерий, ну что ж, принимайте поздравления. Не могу сказать, что вы установили рекорд по количеству зарабатывания денег, но играли просто замечательно. Хет-трик. Две категории вы угадали полностью, не дав своим соперникам ни разу нажать на кнопку. Честь вам, слава и хвала. Валерий Хлебников, финалист нашей программы. Помните о сюрпризике? Конечно, конечно. Надеюсь, вам он понравится. Готовы? Да. Начали. Чунга-чанга. Чунга-чанга. Угадана. Дальше. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Хотя это и неправильно. Угадана. Дальше. За рекой... Далеко зажигались огни. Еще раз повторите фразу. Там вдали за рекой зажигались огни. Там вдали за рекой загорались огни. Да, 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 да. Сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Слушаем дальше. Осенний поцелуй. Осенний поцелуй, да, после жаркого лета угадано. Мелодия номер 5. Пропустим. Пока пропустим. Да. Мелодия номер 6. Пропустим. Мелодия номер 7. Ты такой молодой и так далее и тому подобное. А кто поет? Тезка. Марина Хлебникова, да, это был наш маленький сюрприз. Седьмая мелодия, чашка кофею. Валерий, смотрите на меня. Конечно. У вас есть 10 секунд в запасе, по 5 секунд на каждую мелодию. Возвращаемся к мелодии номер 5. Ой, не ругай меня, мать. Там мать хотела с дочерью... Женить. Женить. Значит, мать, да. И дочь говорит, как бы... Да, не жени меня, мать. Там хотел меня отдать, там, за первого, за второго, за третьего. Да, ой, пятого, не отдай меня, мать! Не да, угадано, как хотела меня, мать. Да, за первого отдать. 5 секунд. Вы идете в графике. По 5 секунд на песню, помните, я говорил. Мелодия номер 6. Валерий, раз. Есть еще секунда, но она вам не поможет, как мы понимаем. Воспоминания о полковом оркестре. Нет, к сожалению, нет. Вы ошиблись. Прокати нас, Петруша, на тракторе. Так называлась эта мелодия. Вы проиграли супер игру, но разве от этого аплодисменты в честь Валерия Хлебникова станут меньше? Валерий, принимайте поздравления. Игра была интересной, просто в супер игре иногда бывают действительно сложные... Сложные напевы. Уважаемые телезрители, я уверен, что вам понравилась игра Валерия. Отличная, яркая, талантливая участие в нашем шоу. И, конечно же, теперь вы ждете того самого сюрприза, о котором я говорил Валерию. Марина Хлебникова появляется в нашей студии, а мы говорим до скорой встречи. Счастливо! We'll be right back.
За то, что я люблю, я ворочусь там.